юбилей. Вы знаете, только вдумаешься, 4 десятилетия, это уже сегодня ходят дети, тех детей, первых детей, которые ходили сюда в садик. Это действительно уже смена произошла поколений. В этот день я хочу от имени главы города курорта Анапа, от Сергея Павловича Сергеева, от себя лично поздравить трудовой коллектив и всех выпускников нашего детского садика вот с этим торжественным днем. Так началась череда поздравлений в адрес работников детского садика. А их было немало. И каждый желал всем счастья и успехов в дальнейшей деятельности. Общий праздник разбавили своим выступлением и бывшие выпускники этих стен. А сейчас ученики местной школы. И как прозвучало в одном из поздравлений, если посчитать, сколько за эти 40 лет детский садик выпустил детей, то получится около 11 тысяч человек. Но заведующая детским садом Жанна Сорокина говорит, что эта дата не предел. И впереди еще много работы. За последние годы мы, конечно, естественно, обновляется материально-техническая база, делаются ремонты, выделяют нам деньги депутаты, и краевой бюджет, и местный бюджет. Сергей Павлович нам выделил очень много средств в прошлом году. Потихоньку жизнь движется вперед, улучшаем условия детского сада, проживание здесь, пребывание здесь детей. Конечно, как руководителю хочется больше и больше. Это, наверное, та самая тема, про которую можно говорить, не останавливаясь, как и в любом другом заведении. Хочется, конечно, оснастить лучше материально-техническую базу, какие-то новшества уже для детей, для воспитания, для развития детей. Ну, это уже в порядке, так скажем, нашего плана. Как водится, ни один день рождения не обходится без подарков. Каждое поздравление тоже было подкреплено материально. Грамоты, благодарности, а также два кулера для воды и новое ковровое покрытие в музыкальный зал. Все это в знак признания заслуг сотрудников учреждения в воспитании нашего молодого поколения.